Последние препятствия на пути к новой школе. Из гаражного кооператива в 5А микрорайоне вывезли последние два бокса. Всего для расчистки площадки под образовательное учреждение пришлось ликвидировать около 500 строений. Территория, на которой находился кооператив, решением суда была передана администрации города. Основная работа по подготовке места к будущему строительству началась еще в июле 2017 года. Тогда в мэрии переписали все гаражи и попытались найти хозяев, чтобы уведомить о предстоящем сносе. Своими силами убрали боксы с земельного участка лишь около 50 собственников. Причина затянувшегося процесса в том, что по каждому гаражу приходилось обращаться в суд. Некоторые владельцы попытались оспорить законность сноса, но все заседания в итоге завершились в пользу администрации города. Нужно понимать, что прежде всего сам по себе кооператив здесь находился незаконно. Никаких оснований на земельный участок у кооператива не было. Ранее им неоднократно предлагалось заключить договоры аренды на земельный участок, но председатель кооператива этого не делала. Поэтому все, скажем так, владельцы вот этих металлических гаражей, они стали в свое время невольными заложниками этой ситуации. То есть если бы они в свое время подписали бы договор аренды, они могли бы совершенно на другом месте построить капитальные гаражи, то есть это было бы все цивилизованно.